This is what you have been waiting for. Ladies and gentlemen, Essential Intelligence of Ibiza presents Нет, не так. А вот примерно вот так выглядит Ушуая в этом сезоне. Всем большой привет с Ибицы, дорогие друзья. Наконец-то на Ибице открылась Ушуая с еженедельными вечеринками, и мы посетили одну из них. Конкретно мы отправились в воскресенье 1 августа на Дамиана Лазаруса. Чтобы попасть туда, нужно было пройти определенный квест. Я сразу отказался в нем участвовать, но Вика обзвонила всех управляющих по резервам в Ушуае и раздобыла таки нам столик на двоих. Ей пришлось заполнять разные анкеты, отправлять кучу личных данных и отвечать на каверзные вопросы. Вика очень хотела, чтобы мы сняли там видео для вас, для наших подписчиков. Но когда мы подошли на фото Ушуае, то первый же охранник нам залепил все камеры телефонов наклейками и предупредил, что снимать категорически нельзя ничего. И как только мы отлепляем хоть одну наклейку, то сразу же покидаем эту вечеринку. Поэтому впервые за всю историю этого блога мы не можем показать вам ни одного снятого нами кадра из Ушуае. Нас провели за стол под огромным старым оливковым деревом в окружении банановых и финиковых пальм. Стол находился прямо перед баром, который теперь закрыт, но раньше работал для людей на танцполе, прямо перед сценой. Вообще весь прежний танцпол теперь засыпан песком и уставлен пальмами в огромных горшках. Еще тут привезены и уложены большие камни, которые разделяют столы. То есть теперь есть только отдельные VIP-столы, за которые вы можете пить, есть, танцевать или чилить, кому как нравится. Основные цвета светового оформления – это золотой, оранжевый и зеленый. Звук очень мощный. Глубокие басы пробирают до самых пяток. В депозит на стол входят только напитки. Чтобы заказать еду из ресторана Ушуае, то нужно платить отдельно, как было и ранее. Нас попросили прийти к 19:30, и затем вечеринка продолжилась до 12 ночи. Вначале играла девушка, потом стал диджей вместе с вокалистом. Очень сильно ушли по музыке в какую-то муть, но Дамиан Лазарус спас вечеринку и поставил правильные треки. Но лично мне там было очень скучно, так как не было совсем никакой возможности снять для вас ни единого кадра. Постоянно за моей спиной крутились по два охранника, которые пресекали попытки посетителей отклеить большие красные наклейки с камер. Понятное дело, что они очень боятся потерять свою работу из-за какого-нибудь вирусного видео в соцсетях, в котором общественность увидит, что «На Ибице люди танцуют!» Неслыханное дело, ведь уже давно всем известно, что на Ибице запрещено танцевать, и такой компромат будет отличным поводом для полицейских проверок и давления. Сами работники Ушуае выглядели достаточно грустными, говорят, что все неопределенно очень, и они готовы на все, лишь бы их не закрыли. За столами можно находиться без масок, но когда вы идете в туалет, то охрана требует надеть маску, также ее просили надеть при входе в Ушуае. Тем не менее, я рад, что Ушуае все-таки открылась, хотя бы в таком VIP-формате. Ибице очень нужна музыка, и тенденция превращения в скучный пенсионерский курорт меня совсем не радует. Будем сражаться за электронную музыку, и мы победим. Благодарю за внимание.